Как заблокировать наш объект от выделения? Сейчас мы видим, что все наши объекты отлично выделяются. Мы можем сразу все вместе выделить, да? Вот. Но бывают ситуации, когда нужно сделать так, чтобы какие-то объекты не выделялись, когда нам нужно, может быть, много объектов выделить. Переходим сюда, в Outliner, и здесь видим значок фильтра. Если его не видно, можем эту границу подвигать. И, может быть, у нас просто этот раздел, он слишком заужен, да? Вот, можем отодвинуть, и появляется этот раздел с фильтрами. Нажимаем. И здесь выделяем такой треугольничек, чтобы он был подсвечен. И видим, что здесь у нас появляется этот треугольничек тоже напротив каждого объекта в нашей сцене. Если мы сделаем его таким полупрозрачным, то наш объект, он не будет выделяться. Вот мы видим теперь, да, что камера выделилась, а куб нет. Ну и наоборот можем сделать. Теперь у нас выделяется куб, а камера не выделяется.